Денис Хагба, Дарья Антонюк. Как говорил мой дед, сколько девушку не корми, все равно подпаивать придется. Полина, прошу. Дарья, что же вы не сказали, что у нас один мастер с вами? Ну, я как-то решила не акцентировать на этом внимание, но да. Да, у нас один мастер. Например, маникюрный однажды... мастер? О каком мастере нет, сейчас? Нет, мы говорим о нашей мастерской, мы говорим. В театральном вузе. Игоре Яковлевиче Золотовицком. Вы в мастерской работаете обе, да. Я просто... Кто-то сейчас включил телевизор, вообще не понимает, о чем речь. Мы говорим про МХАТ. У меня, когда вы пели, все, друзья, было такое... ощущение, что закончилась какая-то роскошная церемония награждения, не знаю, неважно, актерская или музыкальная. И вот это какая-то такая последняя роскошная песня, где поют лучшие голоса страны. И это были вы. Это было так, так хорошо. Бальзам разливался по душе.
когда хорошо, нечего больше сказать. Это было потрясающе. Спасибо большое. Григорьевич, разливалось ли у вас, Ли, во время номера что-то? Были времена, то есть разливающие. Сейчас костяк уже не тот. Да, ну как бы да. Не тот разлив. Разлив. В общем-то и целом великолепная картинка. Прям картинку они нарисовали, конечно, ребята просто молодцы. Видимо, работали над собой, видимо, работали все вместе. Леонид, как всегда, гораст на всякие сюрпризы, оказывается, будет тролливать. Ну, спасибо. Что еще добавить? Абсолютно, абсолютно гармонично, абсолютно красиво, абсолютно точно. В одном местечке было так, ну, можно придраться, но, в общем-то, и в целом 5 с плюсом. Поздравляю вас. Спасибо большое. Дима Билан. Знаете, ребята, вот когда вы пели, настолько рассупонивало просто бесконечно. Растолдыкнуло так, что... Неимоверно, правда. Я бы сказал. И знаете почему? Потому что плющило то меня. Ваше состояние внутреннее и то, какие человеческие качества вынесли сейчас на эту сцену, они о многом говорят. И я хочу сказать, что я бы очень желал и надеялся, что большинство музыкантов были такими, как вы, чтобы они думали только о музыке, думали о том, как выбивать эти искры из этого состояния, этого божественного невероятного чувства. Накрыло. Когда вы полностью, абсолютно невероятным образом обволакиваете Дарью и смотрите друг на друга. Как вы это делаете? Сколько у вас почтения, уважения внутри души? Я невероятно вам благодарен и счастлив, что не все потеряно. Ура!